Привет, ребята, спасибо большое, что пришли на мой канал, и сегодня снимаю для вас пятый день делевлогов. Надеюсь, что вам будет интересно. Поехали! Итак, ребята, я Буське даю эту палочку, которую вчера делала. Вот. Сейчас я вам поставлю. Бусинка. Вон даю палочку эту и ложу. Посмотрим, будет кушать или нет. И пока он тут будет смотреть на нее издалека, я пойду покушать. Пройдет что-то. Мы сходили в школу с вами, получили учебники. У нас 20 учебников. Вот. Учебников, да. Вот, в общем, принесли, все хорошо. Я уже сходила, поговорила с подружкой, также сходила в зоомагазин, купила Буське корм. Так, ребята, как вы видели, я вам показывала, что я Буське давала вкусняшку, которую мы сами готовили, а там лежит или уже нет. Сейчас посмотрим. Буську плохо видно, потому что она уже темнеет. Вот, ну, в общем, Буся заградила весь этот объектив. Вот. В общем, Буся полностью съела, она ей очень понравилась, поэтому буду готовить такие палочки. Сейчас буду делать палочку такую же, только с бананом. Такая красотка она у меня. Итак, ребята, только что засняла для вас то, что просила меня Вика, моя подписчица. То есть это расписание Буси, как что я обустраиваю. Вот, скоро выйдет видео, поэтому я буду заканчивать на этом свой влог. Вот, надеюсь, что он вам понравился. Ну, в принципе, как-то так вот. Завтра также выйдет новый влог. Надеюсь, что завтра мне будет интереснее намного, и вы не расстроитесь, что этот влог вышел такой домашний, маленький, наверное. Вот, и более такой неинтересный. Ну, надеюсь, что он все равно вам понравился. Так, ребят, в общем, я уже пришла с улицы. Вот, также погуляла, сделала Бусе вкусняшки. Но сейчас 7 часов 14 минут. Вот, давайте я вам покажу вкусняшки, которые я сделала для Буськи. Вот они. Такие вот как кулешки я сделала. Тут бананчик, значит, каша. Вот, потом ее лакомство, то есть семечки разные, кукурузка. И сверху печенье посыпано. Вот. Вот так вот. Я также успела уже погулять. И, наверное, буду заканчивать на этом свой влог. Он был такой домашний более. И неинтересный, наверное. Но надеюсь, что он понравился. Вы поставите пальцы вверх, если любите животных. Подпишитесь на мой канал. Напишите свои замечательные комментарии внизу. И все равно встреч. Увидимся очень скоро в следующих видео. Пока-пока.